нужен человек, который ведет этого ребенка. Вот. То есть тренер. Да. Ну, у нас же много квалифицированных тренеров, которые ведут наших детей. Вот. Так сказать, создать действительно вот платную такую группу, чтобы высокооплачиваемых тренеров, которые могли бы дать консультацию. Вот. И, может быть, проводить чисто тематическую какую-то дебютную там, значит, сессию, потому что многим там и дебюты какие-то. Ну, по, грубо говоря, там по старшему возрасту дебютные как бы проходят, то есть там, ну, да. Вещи, то есть вот, да, вот 15, то, что... а вот до 15 просто, ну, дебютные как бы... Последний мы так и проводили сессию по массивам, занимались дебютами со старшими. Ну, нет, некоторым, как бы, да, кто-то там играет не те дебюты, но чтобы всем было интересно вызывать как раз тех, которые бы подходят под это. Вот. Потом вот про Доржиева был разговор. Вот. Доржиева, у нее раньше был тренер, который, он малоизвестный, калмыкский, так сказать, тренер у Доржиевой. И, а вот сейчас, который тренер у нее там в Калмыкии, это новый. Вот старый был очень хороший тренер. И он ей поставил дебют, как он понимает там, да? У нее были наигранные какие-то схемки у нее были. Вот. А этот ничего не делает, это очевидно. Вот этот новый. Поэтому она так и деградирует. Вот. Ну, она сама ничего не делает. И, нет, ну потом отдельно сессию надо провести, как самостоятельно работать над шахматами именно с теми, кто... так сказать, провинции, кто с этим вопросом вообще не сталкивался. Вот я знаю, что у Марка Израильевича была когда сессия. Вот, это в первую очередь методы работы над шахматами. Вот, и книжка вышла, то есть это очень важно. Потому что... Появится об этом все-таки, вот на Обникова, и были официальные лекции, как, например, над дебютом там работать. Самостоятельно, с помощью программ, там, и как над остальными вещами. Вот, если сдавать, у нас, я не знаю, какие есть брошюры, статьи на эту тему. Хорошая книжка. И тут женщина. Если мы все организации книжки прочитали, хорошо. Нет, ну тогда мы все женщины не знаю. Должна быть книжка, пускай работает. Это на дебютах. Это же много. Они проблема, то, что они их читают. Ну, может, она публиковать? Читают, прочитай такую книжку. Вот у тебя проблема там, тебе нужно там как-то, тебе нужно такую там спасу, сечки. Проблема то, что они перестали читать книжки. Я бы узкую тему все-таки сдал какую-то статью. Узкую, сейчас хорошую. Ты их назвал новую уже. Я не знаю.